Площадка 45 космодрома Байконур. Стартовый комплекс для пуска ракет «Зенит». Это самая молодая пусковая установка Байконура. Она была построена в первой половине 80-х годов, и первый пуск «Зенита» с нее испытатели космодрома провели 13 апреля 1985 года. Уникальность комплекса «Зенит» в высокой степени автоматизации, достигнутой при подготовке ракетоносителя к пуску. Все предстартовые операции выполняются автоматически в соответствии с циклограммой. Расчеты Роскосмоса лишь контролируют выполнение команд и принимают решения в случае отклонений. В связи с конверсией космодрома летом 2008 года сооружения космического ракетного комплекса «Зенит» были переданы в ведение Роскосмоса. В 2006-2007 годах на 45-й площадке космодрома прошла масштабная реконструкция и модернизация, результатом которой стали пуски с Байконура ракеты «Зенит-3М», новой модификации ракеты-носителя, построенной на цифровых технологиях и дооснащенной разгонными блоками. Это позволило использовать ракету не только для выведения в космос отечественных космических аппаратов, но и начать коммерческое использование носителя. Всего за время эксплуатации с 45-й площадки проведено более 40 космических пусков ракет семейства «Зенит».